чуринской земле. Yeah.
Наших
ветеранов, которые ушли с заводов и фабрик и получают нищенскую пенсию. Слово предоставляется председателю Совета ветеранов военной службы, полковнику Запасе Фатееву Виктору Васильевичу. Дорогие товарищи, сегодня праздник в день международной солидарности трудящихся. Но судя по количеству собравшихся, солидарности-то у нас на сегодняшний день нет. Все разбежались по своим ногам, и потребительские идеологии завладела душами и умами людей России. Олигархия, которая сейчас стоит во власти, пользуется этим. Распродано уже все и всю. И все равно, несмотря на эти фальсифицированные выборы, мы будем стойко защищать интересы простых тружеников. Поздравляем вас, уважаемые горожане, трудитесь на благо своих семей. Поздравляем наших замечательных женщин, чтобы они заботились о своих детях, внуках и, главное, здоровья, успехов. На этом митинг мы с вами закончим и снова в бой. Ура!